проверяет нас. Я вижу сотни рук, я вижу сотни глаз. Моя душа поет, пусть бьется так сердца, и вены нам кричат. Доброго времени суток.
суток, уважаемые любители футбола. Мы с вами на стадион «Луч», летнее первенство Москвы 2024. Третья лига, 11-й тур. «Авангард» на своем поле принимает «Москва-Речи». 2008 год рождения открывает сегодняшний большой футбольный день. Младшие года рождения у нас на дальнем поле, а сегодня все зачетники у нас присутствуют. Напомню вам, что вы на канале «Красногвардеец ТВ». С вами Вадим Устинов. Не переключайтесь, будет очень много интересного футбола. И пожелаем удачи одной и другой команде, показать хороший футбол, порадовать своих болельщиков. Ну, погода у нас достаточно хорошая, теплая. Спасибо сразу же хочется сказать моему коллеге из команды «Авангард», оператору, который оказал помощь. Здесь достаточно было не очень удобно быстро, так как были предыдущие матчи, установить аппаратуру. Он оказал содействие. Спасибо огромное. Ну, вот такое единство есть не только в футболе и в других видах спорта, но и у нас в нашей операторской деятельности, как говорится. Еще раз огромное спасибо. Мы успели подключиться, успели. Да, ну вот удар очень сильный был сейчас в сторону нашей комментаторской кабины. И на газоне находится футболист «Москва-Речи». Шестой номер. Сухарев Михаил. В белой форме играет «Москва-Речи», в красной форме, красный верх, темный низ, соответственно, «Авангард». Два тайма по 40 минут, опасно сейчас около ворот «Авангарда» было. И отворот. «Авангард» на правый фланг переводит мяч. Соколов Александр, восьмой номер. Голкипер «Москва-Речи» защищается ворот своей команды. «Авангард» тем временем из-за боковой. Аут сброшен. Ну, сегодня у нас будет 2008, 2007, 2011, 2010 и 2009 года рождения. Трансляции все у нас запланированы на канале «Красногвардейцы», поэтому подключайтесь. А тем временем он зарабатывает угловой. Арбитр, по-моему, что было нарушение правил. И штрафный удар в центре поля. Будет пробивать хозяева. Ну, хоть и дальнее расстояние, достаточно опасно, если хорошо навесить. Если есть, опасно очень. Не дотянулся немножко футболист «Авангарда» до мяча. В связи с этим оборот. Соколов отправляет мяч в центр поля. Чуманов на Шитикова. Шитиков по правому флангу на Чуманова. Но «Авангард» выбивает мяч за боковую линию, не дав продвинуться футболистам соперника. Из
боковой Москва-Речи. Ну, буквально вчера у нас было на Борисовских прудах противостояние красногвардеец против Кунцева. Сегодня тут же мы переместились уже и ведем трансляции третьей лиги. Но матчи будут не менее интересные, зрелищные и захватывающие. Болельщиков немного, выходной день, хоть и погода хорошая, и дождя нету, но многие на дачах. Кто-то смотрит трансляции по телевидению, по телевизору своему, по гаджетам. Тем, кто приехал, огромное спасибо. И за боковой сейчас Миломед Александр бросил мяч. Пытается бороться Простаков Никита на правом фланге. А вот снова за Москва-Речи. Идет борьба, свисток и нарушение правил, показывает арбитр. Будет штрафной пробивать Москва-Речи. Это уже более опасно, чем предыдущий момент, когда Авангард центр поля пробивали штрафной. Здесь достаточно близкое расстояние от ворот. Ну, примерно. Примерно как с углового флажка, несколько метров отделяет сейчас футболиста Москва-Речи. Заброс в штрафную. Пытался подключиться капитан команды Чепелев Михаил. А дальше Шитиков штрафной пытается сделать прострельную передачу. Передача прошла, а вот на левом фланге замкнуть не получилось. Не оказалось никого из футболистов в светлой форме. И мяч пролетел, покинул пределы поля на правом фланге. Сейчас Авангард будет наводить мяч в игру. Потерян мяч. Снова гости из боковой. Девятый номер Авангарда пытается сейчас укротить мяч. Нужно опустить, успокоить его и дальше уже продолжать по флангу движения. Но не получилось это сделать. Нарушает правила сейчас Сухарев Михаил. И штрафной удар за хозяином поля. Внимательно, Саровар! Литвин, Зуана, Литвина! Шитиков с мячом делает на Простакова сейчас заброс. Левый фланг на Чуманова. Получится пробить. Нет, Шитиков подключается, но молниеносно выбил мяч в район центрального круга футболиста Авангарда. И тут же по правому флангу хозяева поля устремились в контратаку, но вынуждены сейчас футболисты Москва-Речи выбить мяч за пределы поля, отправить его на угловой. Еще один угловой. Будем с вами смотреть в исполнении Авангарда. Выбивают на левый фланг и дальше уже Авангард за боковую линию отправляет, не дав развиться атаке Москва-Речи. А вот футболистами в светлой форме Простаков борется сейчас, врывается в штрафную, противостоит ему защитник Авангарда. Чуманов бьет, но голкипер выронил мяч из рук, но на добивание не успел Чуманов Никита. И голкипер повторно уже зафиксировал мяч, который катился медленно в сторону его ворот. Пощекотал нервы болельщиков. Ну и теперь уверенно показывает своей команде, что нужно подниматься выше, в центр поля. Сильный вынос. И далее уже перемещение на половину поля Москва-Речи. Москва-Речи. Лучше мгновенный отбор с левого фланга через центр. Попытка пройти. Свисток и нарушение правил со стороны Авангарда. Штрафной удар. Литвинов Максим подходит к мячу. Сильный заброс. Наясная передача. Не точно. Отворот. Авангард будет водить мяч в игру. У нас 10-я минута идет первого тайма. Счет 0-0. 2008 год рождения Москва-Речи в гостях у футбольного клуба «Авангард». И не спеша голкипер
всей команды будет водить мяч в игру от ворот. Вынос. Центр. Управляет мяч. Скорее, Чеплев. Чеплев, ты войдешь в игру или нет? Марио подключается. Сухарев, Шутиков. Сухарев неплохо сразу подставил. Футболист Давангар. Вдвоем, 99 номер, 15 пытались побороться. Вытолкнули футболистов. Москвореча вместе с мячом за боковую линию. Тем самым заработал фаул на своей команде. Седьмой номер. Давангар. Летим, Соня, летим. Просто внимательно. Чеплев. Выше, ши! Выше, блядь, шутика, говорю! Да, сейчас уберем, сейчас все уберем, спасибо за подсказку. Да, теперь должно быть хорошо. Отпишитесь, пожалуйста. Спасибо за подсказку. Просто очень быстро пришлось подключать всю свою технику. И, соответственно... Алло. Я вижу, вижу. Проверь, я выключил. Проверь. Да, спасибо огромное за обратную связь. Просто такой нон-стоп немножко сегодня был. Предыдущие игры были совсем другой. Там «Динамо» против «Торпедо» играл. И пока, соответственно, оператор собрался, пока выставили аппаратуру. Сами понимаете, достаточно много всего. И сейчас пришлось... Надеюсь, сейчас все хорошо. Надеюсь, музыка вам не мешает. Это рекламные ролики были и запустили, к сожалению. Ну ничего страшного, музычка там веселая достаточно, теперь вы меня слышите, надеюсь, и все будет хорошо. Авангард тем временем идет через центр, делает передачу. Ну еще раз для тех, если комментарии мои в эфире не были слышны из-за музыки, да, соответственно, у нас состыковочка произошла, не все успел посмотреть, нужно было предельно быстро подключаться. Еще раз, мы на стадионе «Луч», летнее первенство Москвы 2024, третья лига, 11-й тур «Москворечья» против «Авангарда». «Москворечья» приехали в гости в белой форме «Москворечья», «Авангард», красный верх, темный низ. Ну и вы на канале «Красногвардейец ТВ», с вами Вадим Устинов. Пока у нас ничего не произошло сверхъестественного. 13-я минута идет первого тайма, счет не открыт, 0-0. Два тайма по 40 минут. И дайте, пожалуйста, обратную связь, сейчас все ли нормально, да, теперь все отлично. Да, Александр, спасибо огромное, спасибо всем, кто писал, кто дал обратную связь. Ну, немножко, развеселил вас немножко, дал музычки, как говорится. Футбол под музыку смотреть тоже, это, как говорится, своеобразная такая тема, поэтому немножко с вами попробую, поэкспериментирую. Продолжается матч. Соколов Александр, который защищает ворота «Москворечья». Выбивает мяч в центр поля. И сейчас показывает арбитр, что «Москворечья» должны пробивать свободный. Стоим, не пять. Страховка под Высокого. Не заходишь на путь. Соколов. Дальний заброс в штрафную. Футболисты «Авангарда» выбивают, попадают в своих же, как говорится, бей. Своих чужие бояться будут, но рикошет все-таки пошел в сторону «Авангарда». «Авангард» набирает скорость, на правый фланг передачу, опасный момент. Удар был ближе к голу, но достаточно не сильный и не опасный для голкипера «Москвореча». Можно играть, показывает арбитр. Ну а теперь уже свисток. Он принял! Теперь и в него тогда уже! И... Я на то отталкивался! Что показывает? Нарушение правил? Давай сюда, там! Говорим!
раз. Да. Тут же. Касание было на его фланг. Я благодарю болельщиков, которые приезжают на стадион, поддерживают свои команды. И, соответственно, хочется сказать огромное спасибо, кто смотрит наши онлайн-трансляции. Болельщики, которые дают обратную связь, которые болеют именно в чатах и подсказывают, помогают нам делать какие-то исправления. Ну и, конечно же, поддержку пишите команды. Одно и другое, ну, конечно, все в пределах разумного, я имею в виду, без всяких нецензурных слов, только все позитивное. Болейте, болейте не только на стадионе, если по каким-то причинам приехать не получилось, болейте онлайн. Сейчас Москворечье по правому флангу, Сухарев борется, как-то выбивает мяч, мяч попадает в нашу комментаторскую кабину с огромным грохотом. Но мы уже здесь привыкли с моим коллегой-оператором, и сама когда к таким вещам, поэтому просто так нас не будет. Надеюсь, как же команды, что Москворечье, так и Авангард, не побоятся своего соперника, пока что очень хороший футбол, мы очень хотим посмотреть сие действия сегодня на стадионе «Лучше тем временем». Седьмой номер Авангарда делает передачу на звуковой от 50-го номера, дальше идет борьба за мяч, все в пределах правил показывает. Арбитр Чуманов на Шитикова. Шитиков набирает скорость по правому флангу. И в подкате у него выбивает мяч. Ну а арбитр показывает боковой, что мяч коснулся в последний момент Данила Шитикова 55-го номера и Авангард из боковой. 17 минут позади первого тайма, пока 0-0. Чепелев головой в центр, Авангард 11 номер, перехват и тут же на правый фланг, хорошо пошел на опережение футболист Москворечья. Отбор и на левом фланге идет борьба, мяч покидает пределы поля, и за боковой показывает арбитр, что хозяева поля будут вводить мяч в игру. Авангард аут сброшен. На выходе защитник в центр, Авангард спокойно, с расстановочкой, но тут же и в Простакова уперлись, седьмой номер, на Простакова передача, Простаков на Чуманова, Чуманов чуть-чуть поточнее бы, ну Шитько дальше надо идти, Чуманов взял все на себя, делает по расстрельную передачу, заброс в штрафную не получилось, отбиваются футболисты Авангарда, Чуманов врывается в штрафную, может быть очень опасно, там Шитиков подключается, Чуманов Никита бьет и зарабатывает угловой, не дали сделать прострельную передачу футболисты в красной форме. Достаточно такой хороший натиск был в исполнении Москворечья, но угловой. Посмотрим, насколько он будет опасным. Заброс в штрафную, Простаков бил головой, но прицельно это сделать, к сожалению, не получилось. Отворот будет Авангард вводить мяч в игру. Корпус штрафной, борется, отдает на Простакова, Простаков бьет, но снова никак не пристреляется Никита поворотом соперника, и мяч уходит за пределы поля.
солнышко светит, греет, комфортно галки первого авангарда, устанавливает мяч не спеша своему защитнику, и сейчас авангард от ворот. В первом тайме солнце прямо в глаза периодически, когда выходит в прямое такое поле зрения, бьет галкипер авангарда. У Скалова Александр пока все комфортно. Сейчас Сухарев делает заброс в штрафную. Простаков пытается обработать мяч, приблизиться к штрафной не получилось. Хорошо обороняется футболист авангарда. Шитиков на Простакова, на Чуманова мяч не дошел. Сейчас подключается Литвинов, попробует пробить, бьет. И хорошо этот удар блокирует защитник авангарда. Тут же сильный вынос и перевод на половину поля. Москворечье перехват. Опять Шитикова задействует на правом фланге. Шитиков пытается обыграть 99 номера футболиста авангарда. Но передачу на Простакова получилось сделать. Простаков на Сухарева. Сухарев на Чепелева. Чепелев дальше через Литвинова. Перехват авангарда. И потеря в центре поля. Москворечье. Неточная передача, воспользовался соперник этой оплошностью Москворечи. Авангард по правому флангу пытается дальше перевести мяч в центр поля. Это ему удается, и разгоняет сейчас второй номер. Смотрит, где партнеры. Партнер номер 7 находится на левом фланге. Получает передачу и делает заброс по флангу на 99 номера. И вынужден футболисты Москворечи выбивать мяч за боковую линию. Пока мяч улетел, тренер авангарда нашел несколько секунд, чтобы отдать нам лучшие слова седьмому номеру, как дальше играть, что дальше делать. Аутброшен, авангард с мячом. Вынос сильно Москворечья, в центр поля там никого нет, кроме футболиста соперника. Еще одна. Последняя передача на правый фланг. 44-й номер рвется дальше, будет атаковать Леса и блокирует его. Чуманова, Чуманов на Простакова, удар попадает мяч в ногу футболиста авангарда под номером 2. И дальше уже партнер по команде, 44 номер, выбивает мяч за боковую линию Москворечья. Заброс в штрафную. Пытается Шитиков нанести удар, но первый на мяче оказался защитник авангарда. Сильно вывел мяч. Стали, сотку расставляет, сотку. Эй, Сароваров, и начнут сегодня играть или нет? Чепик? Тем временем штрафный удар авангард зарабатывает. Просто попытка нанести удар головой. Немного. Не хватило. Повыше. Повыше. Авангарда. И теперь Соколов. Не перевод на право.
Уфа-Алтна, Шитикова. Шитиков снова находится под плотной опекой аж двух футболистов авангарда, которые выбивают мяч за боковую линию, не дав Данилу пройти дальше. И Сухарев Михаил. Шестой номер будет сбрасывать аут. Авангард перехват. Далее перевод. Видишь, что есть там партнер на правом фланге, но блокировал эту попытку мобильного Андрей. 91 номер. Вывел мяч за боковую линию снова. Авангард. Борьба в районе центрального круга. Хорошо выцарпал мяч сейчас футболист Москворечья. А вот разогнаться не получилось 15 номеру Евтееву Тимуру. Продолжает Москворечья борьбу на половине поля соперника. Авангард вынужден отходить назад немного, находясь под прессингом. Ну, не очень активный прессинг сейчас от Москворечья. Сейчас неточные действия авангарда. Заброс в штрафную снова Москворечья. И там никого нет, кроме голкипера команды хозяев поля. Штрафную, Чуманов бьет, перекладина, опасно выбивает мяч авангард, вверх поднимает, зажигает свечу над своей вратарской, Простаков подключается, да, Чуманов, какой опасный момент сейчас был, Шитиков на газоне, арбитр показывает, что можно играть, пытается из обороны выйти, сейчас авангард подключается, сейчас Миловед Александра и выбивает мяч по правому флангу, отправив его за боковую линию. Да, один из немногих опасных моментов в исполнении Москворечья. Обладая высоким, катастрофически высоким ростом, Чуманов мог поразить ворота сейчас соперника, но спасла перекладина. Авангард аут. Перехват Литвинова. Простаков пытается в подкате сыграть. На газоне оказался футболист авангарда. Еще один футболист на газоне. Но в первом моменте нарушения правил не было зафиксировано. Во втором свалил футболист Москворечья. Пришел, извинился, помог своему сопернику встать. Но это достаточно всегда приятно смотреть, комментировать и замечать, доносить до зрителей такие действительно уважительные отношения к своим соперникам. Штрафной удар был заброшен, но сейчас Москворечья опять удар в свой ворот, но не сильный, не опасный. Один! Александр вводит свою команду вперед. И сильный удар в центр поля. Авангард обратно возвращает. Идет борьба в воздухе. Шитикова отправляет мяч Москворечья, авангард перехват и опять 11 номер по правому флангу. Дальше противостоит Москворечья, перехват на Простакова, но там полузащита авангарда на чеку, делает заброс, даже опасный, Сухарев не достает, проведет до мяча, переводит на Шитикова, по флангу Шитикову приходится делать прострел. Не получилось, извините, это точно. Слушай, не ловит. Из боковой. Заброс штрафной. Опасно достаточно. 23 номер. Авангарда будет пытаться наносить удар. Да, с левой. С правого. Снова на месте. Опасно. Сейчас была атака со стороны авангарда. Продолжается борьба.
Чепелев выиграл это единоборство. Все в пределах правил, свистка нету. Делает передачу на Простакова. Тюманов идет вперед на своего соперника. Подставил корпус, отодвинул его так легонечко, что соперник упал. И судья показывает желтую карточку. А желтую карточку показывает футболисту «Авангарда». Там зафиксировал арбитр. И красную карточку. Но опять та же история у нас продолжается в юношеском футболе. Я всегда это говорю. Знаете, вот у меня за последнее время летнее первенство началось. Первый круг уже практически заканчивается. Сколько я видел таких ситуаций. Ну, показали тебе желтую карточку. Ну, зачем хлопать в сторону судьи, что-то ему выражать, что-то говорить, высказывать. Ну, это же сразу же будет вторая желтая и красная. Бывают и прямые красные. Соответственно, подводишь свою команду. Сейчас команда в меньшинстве, что и получилось сейчас со стороны «Авангарда». Начал, соответственно, не смог сдержать свои эмоции футболист «Авангарда», высказал свое недовольствие арбитру. Арбитр показал вторую желтую и красную карточку. В меньшинстве «Авангард», и штрафной удар будет пробивать «Москва-Речь». Надо, ребят, стараться эмоции свои, конечно, укрощать. Я понимаю, это сложно, но сами понимаете, что подводит таким образом свою команду. На Чуманова. Чуманов заброс головой в штрафную. Шитько пытается обработать мяч, чтобы нанести удар. Не получилось. «Авангард» хорошо обороняется. И теперь уже в контратаку пытается выйти. 23-й номер. Смотрим, где партнеры. Олег Иван делает играть, но очень сильно. А тем временем, Москва-Речи теперь в большинстве. Чепелев с мячом. Через центр. Ему не дают особо раскрутиться, развертеться. И развернуться футболисты. Вот есть. А здесь дали зато все это сделать Чуманова Никите, который получил мяч. Спокойно, прицельно обыграл, нанес, замахнулся второй раз. И прицельный удар в дальний угол. И счет открыт в этом матче. 1-0. Москва-Речи повели на 33-й минуте первого тайма. Чуманов Никита, 19-й номер, открывает счет. Дайте опорную зону, подбор свое! Чуманов заброс штрафную, рикошет, свисток и... Свободно будет пробивать сейчас «Авангард». Второй номер.
Иванов подключился, отобрал мяч, Шитько подхватил, будет пытаться сейчас Данил сделать удар. Подстроиться, по крайней мере, под удар. Старался, но не получилось, не позволили футболисты соперников. Далее на левый фланг переместился Москворечи. Литвинов, стенку с Чмановым, Литвинов на Шитикова, сильно, Шитиков не успеет. Пять минут до перерыва. 1-0 Москворечи ведет. 2008 год рождения, и Авангард играет в меньшинстве. Момент подключился на Шитикова, Шитиков Чепелеву, Чепелев на Чуманова, и защитники Авангарда вынуждены выбивать мяч за пределы поля. Играть, играть! Из боковой Москворечи. Чуманов подставляет свой корпус, но такого нападающего рослого очень сложно, конечно, обыграть, очень сложно с ним справиться, это просто как гора какая-то стоит, и его не оббежать, не объехать, ничего. Сейчас отворот, если я не ошибаюсь, будет вводить мяч в игру Авангард. Флангу. Дальний заброс на половину поля Москворечи. Москворечи возвращает мяч обратно. Просто далеко и подальше от своих ворот. Голкипер Авангарда, не спеша, наслаждаясь хорошей погодой, идет, устанавливает мяч, отдает своему защитнику. И дальше заброс, который пресекает Сухарев Михаила на Ростакова. Вынос Авангарда в район штрафной Москворечья и Соколов. Ему никто не мешал. Дождался, когда пойдет на него игрок Авангарда, забрал мяч в руки и перевел сей снаряд на левый фланг. Авангард перехват, а еще одна попытка по флангу пройти. Свисток на газоне футболиста команды хозяев поля и зафиксирован нарушение правил. Арбитр со стороны Москворечи. Шитьков разгоняется, ему усиленно мешает 99 номер. Шитьков пытался его обыграть, но подстраховал сейчас его партнера. Седьмой номер выбил мяч, его сохранил в поле 44 номер Авангарда. Дальше перехват Шитьков снова с мячом, за спиной у него набирает скорость футболист соперника. Дальше Ростаков на Чуманова. Чуманов нет, не добрался до мяча, чуть-чуть не хватило. И, конечно, молодец 50 номер, который пошел на перерез Чуманову и вывел у него из-под ног мяч, направив на угловой. На дальнюю штангу заброс, удар Простакова или нет, это Литвинов, по-моему, был, не вижу номер. Но удар получился, пролетев мяч над перекладиной, покинул пределы поля. Да, это Литвинов был, Максим, 25 номер. Дальше голкипер уже на правый фланг Авангарда своим партнером по команде направил. Упустили хозяева поля мяч, а вот за Москворечьем. Снова неточные действия, и голкипер Авангарда забирает мяч в руки. Авангард на своей половине поля.
совершенно не точно. Мы, скорее всего, воспользовались этой ошибкой. Перевод на Чуманова. Чуманов борется и смещается на левый фланг. Подключается тут же Евтеев. Обыгрывает одного, отдает передачу на Шитикова. Шитикову можно попробовать пробить. Нет, но Чуманова делает заброс. А в это время свисток. Перерыв. Давайте с вами немножко отдохнем. Пока 1-0. Мы, скорее всего, ведем. Не переключаемся. Thank you.
наш второй тайм начался. Мы до сих пор с вами на стадионе «Луч», летнее первенство Москвы 2024. Третья лига, 11-й тур. «Авангард» на своем поле принимает «Москворечи». 2008 год рождения на поле. После перерыва у нас счет 1-0. «Москворечи» ведет. К сожалению, для «Авангарда» хозяева поля играют в меньшинстве. Сначала была показана одна желтая карточка за нарушение правил, дальше за разговоры вторая, ну и в скопе сразу же две желтые поменялись на красную. Удален был футболист «Авангарда». Кстати, по поводу красного цвета, да, в красный верх, черный низ играет футболисты «Авангарда», белый верх, красный верх «Москворечья», и «Авангард» сейчас будет подавать угловой. Навес опасный. Пытается подключиться сейчас к атаке Евтеев. И мяч уходит за пределы поля. От ворот Соколов Александр, который защищает ворота «Москворечья», будет вводить мяч в игру. Еще 40 минут интереснейшего футбола нас с вами ждут, уважаемые болельщики. Хороший футбол будет сегодня целый день. Ну, не с самого утра было начало матча. У нас параллельно на соседнем поле Т-12, 14, 12 года рождения. Также «Авангард» принимает на своем поле «Москворечья». А на главном центральном поле, на большом поле, кто как его называет, начало матча 12:40 было. Первый матч, это, который вы сейчас лицезреете на своих экранах, 2008 год рождения, далее 2007, потом 10, 11 и 9 заключительный матч сегодня 2009 года рождения. Тем временем будет пробивать штрафной сейчас в районе центрального круга «Москворечь». Заброс штрафного «Авангарда». Опасно, очень опасно. Пытается нанести удар по воротам футболиста «Москворечья», но арбитр фиксирует офсайд. Положение вне игры. Свободный за «Авангарда». Разыграли. Стаков на Чуманова. Чуманов пытается войти в штрафную, потому что настолько мощный футболист, я всегда про Никиту рассказываю, но он даже особенно скорость большую не набирает. Ему достаточно сделать свой 7-мильный шаг, и он уже около ворот соперника. А вот сейчас ему удар головой, но и не зря я про Чуманова опять песню завел. И 2-0. Чуманов, а Никита. Отличная передача сейчас, по-моему, в исполнении Шитикова. И Чуманов, ну, обладает, конечно, гигантским ростом, перекинул просто голкипера «Авангарда», и второй мяч направил в ворот соперника. 2-0. Три минуты с небольшим понадобилось «Москворечью» во втором тайме, чтобы забить еще один мяч. Дальше заброс в штрафную, и голкипер на выходе. Показал, что будет забирать мяч, а сам его пропустил дальше. И... футболист «Авангард» тем временем по левому флангу очень хорошую скорость показывает, набирают ход, и приходится «Москворечью» противостоять на этом фланге и выбивать мяч за боковую линию. Есть сейчас партнеров футболист в красной форме, кому сбросить, там Миломен подключается. И еще один аут за «Авангардом». Пятнадцатый номер, сейчас перехват «Москворечья», ну, закрутился, завертелся немножко Простаков. «Авангард» снова с мячом, а удар, а мяч попадает в руку соперника, и «Авангард» будет пробивать штрафной.
заброс в штрафную. На правом фланге удар. И вот один мяч в меньшинстве забили футболисты «Авангарда». Был отскок на правый фланг, где оказался 50-й номер. Вот он совершенно один стоит. Посмотрите, давайте посмотрим повтор. Отскок от газона и в ближнюю девятку направляет мяч 50-й номер. Соколов вроде бы, казалось бы, достал, но мяч отрикошетил от ладони Александра и влетел в сетку ворот. 2-1. Сократили разрыв в счете футболиста «Авангарда», при этом играя в меньшинстве. Ну, я в первом тайме как раз рассказывал историю, что команда, которая находится в меньшинстве, играя в неполном составе, соответственно, надо не думать об этом, забыть и продолжать игру. Как будто уже вместе с вратарем 11 игроков. Тем временем, Скворечник. Заброс, опасный рикошет, добивать не будет. Но Шитиков бьет-то. Нет, это был Чепелев. Чепелев, капитан команды. Михаил, 28-й номер. Пробить прицельно не получилось. Отворот. Ну что ж, тем самым интереснее, все интереснее становится матч, особенно второй тайм. Забиты уже во втором тайме два мяча. Один Москворечьем, и ответный мяч был в исполнении «Авангарда». За боковой хозяева поля нам будет вводить мяч в игру. А вот брошено, неточные действия «Авангарда», и уже право вести мяч из боковой переходит к Москворечью. Иванова была передача, Простаков продолжает бороться на правом фланге, отдает передачу на Чичкова. Простаков сам делает движение вперед, пытается обыграть соперников, дает передачу на Литвинова. Литвинов смещение вправо на Чуманова, на выходе голкипера отлично работает «Авангарда», забирает мяч в руки и тут же быстро, уже не так, как до этого на солнечной стороне. Находясь, медленно вводил мяч в игру, не спеша, сейчас понимает, что есть шанс отыграться, сравнять счет в этом матче, поэтому действия голкипера «Авангарда» уже стали намного молниеноснее, чем до этого. Снова в руки забирает голкипера «Авангарда» мяч, на правый фланг борется Майкорда Андрей. Чепелев, перехват «Авангарда». И на правый фланг перевод, сильно неточно. И за боковой. Москворечье. Простаков перехват на Литвинова. Литвинов дальше на Сухарева Михаила. Михаил пытается подать мяч на правом фланге. И в прессинг тут же на него ринулся футболист «Авангарда». Идет борьба. Скорее с сильным ударом она направляет мяч за боковую линию. А вот брошена борьба за мяч на половине поля Москворечья. Станков. Первый на мяче. Футболист в красной форме. И момент. На правый фланг. И еще одна. Еще одна дальняя передача на Чуманова Никиту. Никита разгоняется. Ну вот и наш великан демонстрирует сейчас, что он может набирать хорошую скорость, несмотря на свой рост. Но хотя длинные ноги, Борис, понятно, что не будет сверхскоростным, но Никита продемонстрирует, что по флангу он тоже может достаточно быстро бежать. И не только, как говорится, стоять в штрафном, находиться соперника. Не позволить им сделать ничего, благодаря большому хорошему физическому телосложению. Ох, нарушение правил сейчас со стороны Простакова Никиты. Болит на 11 номере. И будет штрафной удар в исполнении «Авангарда». Давай еще, ребята, пошли! Просто, ёпта, у него мяч уходит сюда. Thank you.
скоро штрафную. Обороняется Москва-Речи. Причем продолжает находиться на правом поле соперника. Авангард, заброс, ну, скажем, такой безадресный совершенно в штрафную на Соколова. Соколов там один. И спокойно забрав флаг мяч в руки, направляет на половину поля. Авангард, Чуманов, Никита, разгоняется через центр. Серия финтов под левую, отдает на Евтеева. Евтеев бьет крученок, какой момент хороший, такой прыжок. Сейчас голкипер Авангарда продемонстрировал. И Евтеев отличный удар. Траектория нам отсюда была видна. Как задрутил сейчас мяч, и отличная игра вратаря Авангард. Главой Москва-Речья, подача Солдатина. Авангард на месте, забрав мяч в руки, сильно дальний удар направляет на половину поля Москва-Речья. Заваров обратно. Чепелев подключается на Сароварова. Сароваров на Чепелева. Чепелев сам пошел по флангу, набирает скорость, ищет уже партнер, кому сделать передачу, видит он Простакова, но сильно слишком перекрутил. Но заброс, в принципе, был неплохой, достаточно опасный, но немножко поточнее. Можно попробовать самому было еще чуть-чуть продвинуть, приблизиться к штрафной вратарской Авангарда и либо уже отдать передачу под удар своему партнеру, либо, соответственно, попробовать нанести удар самому. Но Михаил решил сделать такой навесной заброс, который оказался не опасным для Авангарда. Авангард продолжает, играя в меньшинстве, продолжает идти вперед, зарабатывает аут на половине поля соперника. Перехват Москва-Речья, и Москва-Речья может выйти в контратаку. Ускоряются сейчас. А Шитикова отдает передачу Простаков. А вот Шитикову прострелить не дали в штрафную футболисту. Но дали заработать. Главу замена. Пятый номер готовится выйти в составе Авангарда на поле. Ветер периодически есть, такой небольшой порывистый, но солнце то выходит, то скрывается за облаками, поэтому футболистам достаточно комфортно находиться на поле. Самое главное, что нет осадков. Футбол продолжается на стадионе «Луч», и достаточно интересный матч показывает. Сейчас проводят футболисты «Авангарда» и «Москва-Речи» 2008 года рождения. 2-1 «Москва-Речи» пока ведет. У нас 15 минут второго тайма позади. И напомню вам, уважаемые зрители, что «Авангард» у нас играет в меньшинстве. Перехват «Москва-Речи». Шманова
передача. Чупаков пытается обыграть голкипера. Свисток и 11-метровый показывает арбитр на точку. Чупаков ворвался 1-1. Хорошая была передача. Голкипер в ноги бросился. Чупаков упал и пенальти. Или дыхание, смотрим. Ох, выше ворот. Да, запрягал долго Саня, а удар не получился. Ну ничего, не надо расстраиваться, ни в коем случае не надо расстраиваться. Сейчас выдвинул Максиму, да, разбег, пытался обмануть голкипера, вложил всю силу и пробил мимо ворот. Расстроился, конечно, расстроился выдвинул Максим, но ничего, самое главное, чтобы поддержали его партнеры по команде. Счет все равно в пользу Москворечья, понятно, что хотелось продолжить игру в плюс 2 мяча, но все бывает, и звезды мировые, и европейские не забивают 11-метровые, поэтому здесь себя ни в коем случае корить и, не знаю, куда-то там на психологическом уровне топить не надо ни в коем случае. Поэтому, ну, не забил с пенальти, сейчас забьет с игры. Авангард тем временем на своей половине поля контролирует мяч, играет через своего голкипера. А голкипер Авангарда дальним ударом направляет мяч на половину поля. Москворечь, Чепелев на Чуманова. Чуманов борется в центре. Литвинов подключается, сам набирает скорость, идет вперед, отдает передачу хорошую на Простакова, но немножко сильно. Голкипер, они не забирают мяч в руке. Перехват Москворечья, Чепелев опять Чуманов, Чуманов через центр на Простакова, Простаков на Чуманова, отличная комбинация, Чуманов добивает, голкипер добивает. Вот это момент еще как разложили, все по полочкам. Сейчас играет Москворечья, и Чуманов пробил, и голкипер парировал, как по мини-футбольному, а вот Простаков на добивание не смог направить мяч на ворота, ему в подкате помешал защитник Авангарда, и вывел мяч на угловой в последний момент. И даже не на угловой, а все-таки был рикошет от ноги Простаков Никиты, и от ворот даже заработал. Ну, хорошая игра. Защитник Авангарда самоотверженно бросился в ноги и спас практически ворот своей команды от неминуемого гола. Сейчас небольшая пауза, требуется помощь медицинскому футболисту Авангарда. Арбитр 44-му номеру дает руку и просит его покинуть пределы поля, чтобы медицинский работник оказал ему помощь. Ну, здоровье, здоровье 44-му номеру, конечно. Жесткая игра и очень много борьбы, но, конечно же, любому футболисту, любой команды всегда желаю только здоровья. Тем временем за боковой Авангард будет вводить мяч в игру. Простаков направо, в центр. Речь 11 номер перехвата Авангарда, немного назад. Рикошета, Чуманов пытается хватиться за мяч, подключается партнер по команде, серия рикошета. Чуманов снова с мячом, корпус ставит, но достаточно такой цепкий и юркий защитник Авангарда. Выбивает мяч на половину поля Москворечья. Москворечья еще одна попытка переместить мяч сопернику в гости. И на опережение пошел, хорошо. Футболист Авангарда набирает скорость, сам по левому флангу идет второй номер. Но второй номер у Авангарда достаточно активен. Весь матч хорошо себя проявляет. Очень хорошо смотрится в составе команды.
кабины. Отдается он партнеру, получает обратно и делает перевод в центр. Дальний фланг задействует хозяева поля. Заброс в штрафную Соколова. По флангу авангард идет, а пытались прострелить отбор со стороны Москворечья. И дальний тут же мгновенный заброс в центр поля, где находится Шуманов Никита. Но до Никиты мяч не дошел, хорошо борется Евтеев сейчас, умница, хорошо, но его хватают за майку, сбивают, и желтая карточка сейчас футболисту авангарда. Нарушение действительно зафиксировано, вот смотрите, фол. И желтая карточка заслужена, штрафной удар. Евтеев подходит к мячу. Он просто встанет и чирк. Заброс штрафного. Но удар будет. Шитиков. Шитиков слева бьет опять голкипер. Опять в таком, даже не в подкате, а в падении, но ногой. Обычно так играют голкиперы в мини-футболе. В футзале, как вы называете, вот такие выпады. Сейчас демонстрировал голкипер авангарда. Ну, все способы хороши. Самое главное, не дать мячу попасть в ворота. В свои ворота, в ворота своей команды. Поэтому достаточно количество раз, особенно во втором тайме, голкипер авангарда спасал ворота своей команды. Продолжает это делать. Ну, а футболисты Москворечья продолжают атаковать ворота. Удар мимо. Давай, Антим, не разговаривай. Что у нас со временем? Со временем уже остается чуть меньше половины второго тайма. 23-я минута заканчивается. 2-1 с минимальным счетом Москворечья ведет. Снова голкипер Малангарда отправляет мяч, но недалеко на своей половине поля он остается. Футболисты Малангарда с мячом. Перехват и тут же заброс к Москворечью. Момент. Удар опять на Чуманова. Чуманов рвется вперед. Отскок. Нет, там и контролировал все защитник авангарда под номером 2. И голкипер. Вот голкипер у нас не очень хорошим и получился. Прямо на ногу Шитьку. Шитьков воспользуется этой подарочной картой или нет. Бьет по воротам. Да. Трудно было обработать мяч, потому что перед Шитьком Данил стоял. Находился защитник авангарда, и слишком-то уж прицельно пробить и развернуться хорошо, прицелиться не позволил. Удар последовал, но мимо ворот. Ворот. Авангард будет вводить мяч в игру. Thank you.
мячи. Тут же дальний заброс в район штрафного. Авангард, Авангард обратно возвращает мяч подальше, вернее, от своих ворот. А вот дальше уже Шитиков шел вперед, и на него остановили нарушением правил. Опасный штрафной зарабатывает Воспоречник. На поле выйдет Юрий Василий и Карен Денис, 43-й номер. Ну а кого заменит, мы чуть-чуть позже узнаем. Да, теперь уже можно, все готово к действию. Юрий Василий, как я сказал ранее, Карен Денис готовы выйти на поле, 3-й и 43-й номер. Миломед Александр, 7-й номер. И вот еще одного игрока пока не вижу. Кто еще покинул его поле, а вот второго игрока вижу. У нас Простаков Никита, 9-й номер. Ну и чуть больше 10 минут играть в этом матче. Остается до конца основного времени. 2-1. Минимальный счет. Воспоречье 2008 ведет у Авангарда. Того же года рождения. Авангард, напомню вам, в меньшинстве играет, но пока это незаметно даже. Нет, а так много, конечно, со стороны Москворечья. Очень часто находится на половине поля соперника. Но вот периодически вот такие контратаки, забросы и попытки взять и ворот Соколова Александра со стороны Авангарда нарисовываются. И это очень опасно. Один раз уже Авангард поразил ворот соперника, находясь в меньшинстве. Штрафной удар будет пробивать Москворечье на своем половине поля. Забрасывают мяч, а пытаются вывести один на один своего нападающего 23-го номера. И еще немножко, и это получилось бы. Защитники справились, Соколов вышел, мяч выйдет снова на половину поля Авангарда. Авангард недолго, думая, по левому флангу еще одну атаку пытается создать. Перехват Москворечья, Тебелев с мячом через центр, падение, нарушение правил. Штрафный удар в районе центрального круга будет пробивать Москворечье. Быстро разыграли, но Чманов не успеет чуть первой галки. А лагерь с снарядом быстренько набрал фланг. И на 29-м номер перевод Майборда. Андрей борется с 29-м номером. Свисток, что показывает арбитр. Арбитр показывает, что первый номер.
футболист «Авангарда» сейчас спорит с арбитром и просит желтую карточку дать. Арбитр объясняет, за что дается, за что не дается. Пока штрафной. Пока только штрафной. «Авангард». Серия рикошетов. Майборода назад. Удар и аут за Москаречку. Аут сброшен. Чуманов борется, пытается пройти дальше второй номер «Авангарда». Не позволяет это делать, делает передачу. Центр. Ровен борется. Четвертый номер. Продолжается борьба аж настолько интенсивно, что аж щитки отлетают в разные стороны у футболистов. И сейчас снова «Авангард» делает по расстрельную передачу в центр половины поля. Москворечи, Москворечи перехват. Опять на Чуманова. Чуманов достигает цели. Не позволяет отстроить снова вездесущий второй игрок, второй номер, скажем так. Брайан не будет футболиста «Авангарда». Хорошо в подкате. Попал под пресс. От пятого номера завалился на него игрок сверху. Так. Но все в пределах правил показывает арбитр. Перехват Майборода. Литвинов. Серия рикошетов. Правый фланг сейчас Евтеев перевод пытался сделать. Дальше и выбивает, но недалеко. «Авангард». Чепелев с мячом. На Шитькова. Шитьков догоняет мяч и делает еще и прострельную передачу. Чуманов мяч упал. После слова навес. Приземлился прямо рядом с ногой Никиты и предательски так рикошетом отскочил в другую сторону совершенно. А теперь уже «Авангард» пытался выйти в контратаку и Москаричи не позволил это сделать. Его выбили за боковую линию мяч. А тем временем 7 минут. 7 минут до конца основного времени. Минимальный счет в пользу Москворечья. Аут за «Авангардом». Снова Москворечье отправляет мяч в аут. Десятый номер «Авангарда» из боковой. И попытка номер три. Не знаю, как песня поется, дойдет ли «Авангард» до попытки номер пять. Но пока третий раз аут в исполнении хозяев поля, мы будем с вами сейчас смотреть. Заброс дальний, прямо в штрафную Москворечья. Москворечья, обороняясь, выбивает мяч. И Чуманов пытается выйти из обороны. «Авангард» еще раз заброса на половину поля Москворечья. Но на этот раз не точно. И аут за футболистами в светлой форме. Евтеева. Заброс. Второй номер «Авангарда». Снова головой. И снова аут. Футболисты 2007 года рождения уже разминаются, следующие они на очереди. Пробивает и забивает. Есть пробитие, как говорится. Голевая у нас от Чуманова. И Шитьков Даниил делает счет 3-1. Хорошая передача. Прицельный удар. И в дальний угол управляет мяч. К сожалению, голкипер «Авангарда» в этот раз уже не смог спасти свою команду. И за 5 минут до конца этого матча 3-1 счет становится. Замена готовится у Москворечья. 33-й номер. Танчев Михаил. 36-й номер. Мишин Артем. И Лукьянов Игорь. Майборда Андрей покидает поле.
Ткачков Даниил и Сухарев Михаил. Такие замены происходят сейчас в составе Москва-Речи. И замена вратаря у «Авангарда». Шестой номер выходит на поле. Ну, хочется поблагодарить голкипера «Авангарда», который отстоял, я считаю, достаточно хорошо. Не раз спасал ворота своей команды, но, к сожалению, все не смог максимально сделать. Ну, сами понимаете, здесь, конечно же, не все в руках голкипера. Я считаю, максимально хорошо сыграл вратарь. Если бы не он, то счет был намного больше. Тем более команда играла с первого тайма в меньшинстве. Мы видели много моментов, где голкипер «Авангарда» спас свою команду от неминуемого гола. Зароваров делает заброс на правый фланг. В центре снова Москва-Речи. Манов мяч не дошел, но дошел до второго номера. Вот раз уж я начал отмечать игроков «Авангарда», еще раз хочу отметить второго номера. Да, жалко, что у меня, так как мы ведем трансляции на канале «Красногвардейцы ТВ», и да, если бы мне предоставляли, да, как говорится, заявочные листы, я бы, конечно, комментировал все по фамилиям и, соответственно, и «Москва-Речи», и «Авангард». К сожалению, не знаю по фамилии, ребят, но второй номер хочется «Авангарда» тоже отметить. Очень хорошо себя проявляет и продолжает проявлять целый матч. И много полезных действий с его стороны. «Авангард» выбивает мяч за боковую линию, аут за «Москва-Речи». Штрафную можно под удар отдать Литвинову. Нет, Евтеев его то ли не увидел. Да, не увидел, скорее всего, отдал передачу почему-то на правый фланг, наверное, с попыткой, чтобы навесить мяч в штрафную вратарскую. А вот если бы оглянулся бы и увидел Литвинова Максима, который находится за спиной, вот как раз Максим был на хорошей ударной позиции. Но в итоге Москва-Речи упустили мяч. Идет борьба. Мяч высоко в воздух. Запущен. Свисток. Нарушение правил. Ну да. «Авангард» будет пробивать. И последняя минута. Последняя минута основного времени этого матча. 3-1. «Москва-Речи» ведет. 2008 года рождения у «Авангарда». Сегодня целый день идет противостояние, и зачетные года рождения, и младшие года рождения. Мы транслируем только зачетные, в связи с тем, что младшие года рождения параллельно играют на другом соседнем поле, а разорваться мы не можем. «Авангард» на самых последних секундах не теряет попыток нанести удар по воротам. Да, не получается, но достойно это уважение Ревения играть. Не опускать руки, идти вперед. Всегда приятно играть с таким соперником. И вот, пожалуйста, про что я и говорил. Мяч улетает у ворота. «Москва-Речи» 3-2. Или что? Или все-таки мяч не засчитан? Вне игры? Да, офсайд все-таки фиксируется. 3-1 остается, но попытка зачтена «Авангарду». А теперь уже финальный свисток. 3-1. Мяч от «Авангарда» не был засчитан. 3-1. «Москва-Речи» 2008 года рождения одерживает победу. С чем мы поздравляем «Авангарду» огромное спасибо за шикарную игру. И 2007 год рождения скоро выйдет на поле. Ястреб покинул родную обитель. Ждем возвращения в покинутый край. Верим в команду мы даже и издали. Не разлюбить ее, не разлюбить ее, ястреб взлетай.
Я уплываю, и время несет меня с края на край.